На конкурс дети читают стихи. Муштака Сергей, 10 лет. Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. От черепашек и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. По шелест листьев и афиш, ты спишь в Нью-Йорк, ты спишь в Париж. И пусть ответят вам ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою за землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.